Друзья, всем привет! Приобрели вот такой автомобиль на аукционе Ай-Ай-Ай от страховой компании Progressive Casualty в штате Мичиган. Это у нас 2017 года Kia Optima Hybrid, базовая версия, который направляется в Грузию, конкретно в город Тбилиси, и будет представлен на Руставском авторынке. Давайте сейчас подробно просмотрим, что за автомобиль мы купили. Сейчас я увеличу. Ну, пару слов скажем о том, что здесь показывается. Значит, где куплено, столкновение. Перед, удар был перед, капот. Документ о праве собственности о продаже написан clear, чистый. Код начала стационарный, и ключи отсутствуют. Значит, есть примечание, что ключи отсутствуют. Пробег маленький, как видите, 62 130 миль, актуальный. Вот, и раскрыт airbag. Теперь давайте подробно посмотрим, что раскрыто у нас. Да, и двигатель у нас 2.0 Dual CVVT TOH GDI. Гибрид, как я уже сказал. Теперь посмотрим, увеличим фотки. Так, я думаю, вам видно хорошо. Так, это у нас по задней части и по бокам у нас ничего, здесь все чисто и красиво. По второй части, по правой стороне, тоже у нас все чисто и красиво. Цвет, как видите, шикарный, белый, жемчужный. Так, посмотрим по внутри салона, что у нас творится здесь. У нас кнопка здесь старт-стоп, как видите. Экран. Не самый большой, но и не самый маленький. Сам салон, как видите, черный. Открыта у нас рулевая колонка, airbag. Может быть, подколенный. Точно не видно сейчас здесь на данный момент. Так, удар. Самый главный центральный удар, это у нас переднюю часть, как видите, да? Загнут капот. Капот, может быть, возможно будет выровнять, может быть, придется менять. Ну, здесь уже индивидуально. Бампер тоже возможно восстановить. В Грузии, в принципе, это все восстанавливается. Совершенно без проблем, как видите. Ну, максимум здесь будет передняя защитная балка согнута, потому что у меня одна машина с таким же ударом Kia, не Kia, Hyundai Sonata я привозил, и точно с таким ударом было. И загнута была балка, даже не были повреждены радиаторы. Так что это совершенно такой сносный удар. А пробег, значит, давайте удостоверимся. 62 130 миль написано. Так, салон у нас черный, чистый. Посмотрим здесь, что у нас показано, как у нас показано. Тканевый, не кожаный салон. Даже версия базовая. Здесь у нас год производства 03.17 написано. Значит, в подкапотное пространство. Движок у нас 2.0. Обратите внимание, что здесь самые главные вот эти части не повреждены. То есть легкий удар получила машина. Значит, скорее всего, я думаю, только по бампер придется здесь восстановить и балку, как я сказал. Здесь ничего не зацеплено. Жидкости у нас все на своем месте. Шланги, видно, не пробиты. Здесь тоже свои на своем месте жидкости. Ну, короче, посмотреть, вот чистая, приятная машина, даже ухоженный двигатель с маленьким пробегом. Так что здесь у нас все в порядке. Еще раз смотрим по удару. Крылья, обратим внимание, что крылья сидят рядом с дверями, в нормальном все зазоре. Здесь ничего не убежало. Здесь, как видите, все минимум. Делаем бампер, делаем капот. Или меняем капот, делаем это тоже меняем, или восстанавливаем. Это уже кому как удобно. Так, с этой стороны, как видите, тоже все в порядке. У нас с крылом крылья не загнуты. То есть бока идеальные со всех сторон. Посмотришь, машина идеальная. Как я сказал, значит, нету ключа. Но ключ Грузии вообще без проблем восстанавливается. Когда машина приедет, специальных людей зовешь, они приносят ключи и через компьютер начинают
восстанавливать машину, этот, как его, ну, подключать ключ. Так что это уже не проблема. Ну вот такой автомобиль чистенький. Давайте еще просмотрим здесь. Есть возможность 360 градусов просмотреть. Я здесь прокручу. Ну, здесь немножко грязь видна. Так все чисто, как видите. Гибрид. Как видите, вмятинок у нас нигде нету. Да, есть по ВИН-коду, как мне сказали, который фирма мне купила этот автомобиль, и какое-то замечание есть по крылу какому-то. Был удар небольшой в Америке в 2020 году, и там же был сделан, проведен ремонт. Ну, как видим, довольно качественно, ничего ничем не отличается, все в пределах нормы. В общем, как видите, вот этот основной центральный у нас удар. Так, посоглянем внутрь. Посмотрим, как видите, мультируль, экран, старт-стоп. Здесь немножко грязно. Ну, как обычно, знаете, американские машины. Потолок у нас чистый, без люка. Еще раз скажу, повторюсь, что салон у нас велюровый, не кожаный. Значит, как видим, рулевая колонка взорвана и, скорее всего, взорвана под коленкой. Но это без проблем восстанавливается, грузится, так что здесь ничего критического в этом деле нету. Остальные аэрбаги у нас в целости и сохранности, как видим. Занавески не стреляны, аэрбаги сидений не стреляны ни с одной стороны. И с этой стороны занавеска тоже не стреляна. Пассажирский аэрбаг тоже не стрелян. Я думаю, идеальная машина со своим пробегом. Остается сделать соприкосновение нового ключа с машиной, и думаю, будет все идеально. Вот так. Так что, кому интересен этот автомобиль? Скоро он будет в продаже в Грузии. Если я его отремонтирую, значит, соответственно, будет какая-то другая цена. Если без ремонта отремонтируете вы, будет другая цена. Вот, автомобиль, скорее всего, купленный в августе должен быть в конце октября в Грузии или где-то в середине ноября в Грузии ориентировочно. Значит, когда приедет автомобиль, если я что-то его там починю, я вам, конечно же, выдам видео на сайта. Пока вы видите, какой автомобиль, в каком состоянии я его купил. Всем, кому будет интересно цена этого автомобиля, обращайтесь в комментарии. Отвечу по возможности. Или приезжайте сами в Грузию, Тбилиси, смотрите на машину. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго, всем пока-пока.